нас нет собственности и нет контроля над нашими данными. Она отличается, она отнимается у нас в тот момент, когда она создается, хранится, контролируется и управляется кем-то другим. I.O. вас здесь, чтобы защитить и вернуть личную собственность и контроль над данными, а также свободу, чтобы монетизировать ее, потому что данные владения 21 века должны быть свободны. Далее мы видим, как это будет организовано. Iowa Analytics – это накладываемое приложение для поиска данных и данных в системе сетевых баз данных Iowa. Все запросы и запросы ограничиваются данными, которые пользователи согласились поделиться. Современно удобный интерфейс обеспечивает быструю и легкую связь с сетью Iowa. Пользователи могут собирать интересные данные, необходимые для простого или многоуровневого анализа. Iowa Analytics управляет данными и одновременно взимает плату за поиск в сети, что позволяет пользователям легко монетизировать данные, которыми они делятся. Iowa Analytics предоставляет доступ ко всему спектру возможностей сети Iowa в одном приложении. Iowa Analytics – приложение, предназначенное для компаний и исследователей, облегчая доступ к данным, собранным с помощью широкого спектра приложений.